Так, ребятки, всем привет. Сегодня хочу заснять и показать. Приехал в библиотеку, а тут распродажа книг библиотечных. Вот вам хочу показать. Люди платят денежки за книги, довольно приличные. А потом привозят их и сдают, отдают в библиотеку. Вот. А тут проходит вот такая как бы распродажа книжек. Они дешевые вообще, видите, 25 центов. Вон детские книжечки по 25 центов, по 50 центов за штуку. Видите, какие хотите. Они все бэушные. Вот они разложены, наверное, по интересам, по всяким, кому что нужно. Вот. Них очень много, в том числе там и учебники тут есть, бывают. Вот так вот я вижу первый раз такое. Вот такая вот распродажа книг. А один раз вечером мы сюда подъезжали книжку отдать, приезжает человек на пикапе и на лавку просто так бесплатно целую гору книг, прям пакетами, дома не знал, наверное, куда деть целую гору, всю лавку заложил, и они лежали, и никто ничего не брал, знаете, целая гора книг. Вот, ладно, я сейчас пройдусь внутри по библиотеке. Это библиотека наша, на нашей улице. Она недавно отремонтированная, ремонт был, была закрыта. Вот. Я так внутри пройдусь без комментариев, чтобы там, ну там люди сидят, знаете, занимаются. Не хочу так это нагло все это снимать. Так вот просто. Вот видите, сверху написано Book Sale Friday 1 и Saturday. Вот такая распродажа библиотечных. Им не нужны эти книги, они их, наверное, распродают. Там мои дети сидят, пойду их поищу. Семейство.